Жительницу Магнитогорска, упавшую с 40-метровой скалы в природном парке недалеко от Екатеринбурга, перевели из реанимации в палату. По словам родных, сейчас она парализована и нуждается в реабилитации. Напомним, 18-летняя девушка из Магнитогорска сорвалась со скалы, когда прогуливалась со своим парнем. Она схватилась за камни, но не удержалась и упала вниз. Они вызвали медиков и спасателей. Девушка была в сознании, за пострадавшей прилетели на вертолете. Ее доставили в больницу, провели две операции. У нее диагностировали открытый перелом нижних конечностей, перелом позвоночника и перелом костей свода черепа. И вот из реанимации, где она провела около 2 недель, ее уже перевели в палату.